Великобритания. Группа депутатов вновь обратилась к правительству страны с призывом пересмотреть стратегию борьбы с наркотиками, которая не имеет успеха. В докладе парламентарии привели опыт Португалии, где наркоманы на начальных стадиях не преследуются. Вместо этого им предлагают лечение. Депутаты также назвали полезным опыт американских штатов, где легализована марихуана. Однако представитель МВД заявил, что ведомство не согласно с выводами парламентариев и не намерен менять отношение к борьбе с наркотиками.